Ну, кошки это хоть и домашние животные, но животные, которых мы с вами хорошо знаем и знаем, что могут быть как ласковые, так и агрессивные. Вон недавно кот устроил дебош в торговом центре, и большое количество взрослых, физически крепких людей не знало, как спастись от него, потому что кот распсиховался. Так что в таком состоянии животное, кошка, тем более крупная кошка, может, естественно, быть очень опасной и для взрослого человека, и для ребенка уж тем более. Вот все-таки это когти, это зубы и возможность нападения и нанесения серьезных травм, она велика. Но это животное остается и будет домашним, прирученным, поэтому здесь все зависит от воспитания, здесь все зависит от правильного отношения и взаимодействия с этим животным.